Найдите приложение Smart Access в магазине Google Play. Установите и запустите приложение. Теперь, когда приложение установлено, нужно активировать ряд параметров. Сначала включите Bluetooth на телефоне Android. Затем коснитесь значка «Настройки» на сенсорном экране и перейдите на вкладку «Настройки». Выберите Android. Затем перейдите на вкладку Bluetooth и выберите устройство в меню «Подключить устройство BT». Выберите пункт «Добавить». Выберите «Громкая связь» плюс «Связывание со смартфоном». Проверьте профиль Android и подтвердите связывание с устройством на телефоне Android. На устройстве и на телефоне появится поле ввода кода. Проверьте код доступа на телефоне и на устройстве и подтвердите. Появится сообщение подтверждения. Затем все доступные приложения появятся на телефоне Android в приложении Smart Access.